День специалиста по ядерному обеспечению отмечается 4 сентября. В преддверии этого праздника и по поручению губернатора Евгения Куйвашева, директор Департамента внутренней политики Александр Александров вручил благодарственные письма губернатора ветеранам подразделений особого риска. К этой категории ветеранов относятся те жители Свердловской области, которые проходили военную службу на испытательных полигонах, подразделениях ядерного обеспечения, в частях военно-морского флота, авиации, ракетных войск, а также других видов и родов войск, принимавших участие в учениях с применением атомного оружия. В настоящее время в Свердловской области проживает порядка 340 ветеранов. Несколько десятков из них удостоены Ордена Мужества. Действительно, то дело, которому вы служили и служите, оно принципиально важно для обеспечения обороноспособности, безопасности, геополитического статуса всей нашей страны. Это действительно дело, которое не в прошлом, и оно, видимо, всегда будет, даже не в будущем, оно всегда будет в настоящем, потому что оно всегда на пульсе тех событий, которые обеспечивают такую стратегическую безопасность нашей страны. Потому что очень нужно, с одной стороны, просто поздравить вас и поблагодарить за тот вклад, который вы внесли в это важнейшее дело обеспечения нашей военной, гражданской, ядерной безопасности. На территории Артемовского городского округа и района ныне проживает 9 ветеранов подразделений особого риска. Каждый из них в свое время рисковал здоровьем и жизнью для того, чтобы укрепить ядерный щит страны, устранял последствия аварий на ядерных объектах, защищал людей и служил Родине. Их немного, но они достойны поздравлений в свой адрес и самых теплых пожеланий.